Ивар Калненыш сделал признание про свой роман с Еленой Сафоновой. Ивар Калненыш познакомился с Еленой Сафоновой, когда они вместе снялись в фильме «Двое под зонтом». Они сразу почувствовали симпатию друг к другу и быстро подружились. Потом снимались вместе в фильмах «Софья Ковалевская», «Зимняя вишня» и так гармонично смотрелись вместе, что многие тогда решили, что между двумя артистами возник роман. Нет, но жаль, что не было. Хотя после «Зимней вишни» все думали, что у нас с Сафоновой роман. Рассказался мне Ивар Калненыш. Никто не рассчитывал, что фильм станет хитом. По первоначальному замыслу сценариста Владимира Володского, мой Герберт – иностранец. Но брак советской женщины с иностранцем приравнивался чуть ли не к измене родине. И хоть снимали фильм «Перестроечные годы», сверху прилетела рекомендация: пусть Герберт будет все-таки советским парнем, но с акцентом. Например, из Прибалтики. По-моему, мне эту роль только поэтому и предложили.